Администрация Субсехского сельского округа на один день превратилась в центр здоровья. Медицинский патруль прибыл с арсеналом современных приборов и методик. Жители получили карту здоровья и начали с самого простого – измерения артериального давления, роста, веса. Освоившись, перешли к более сложным анализам и скрининг-исследованиям. За пару минут узнали содержание глюкозы и холестерина в крови, проверили насыщенность крови кислородом, состояние пульса. Окситест 1. Здесь определяется пульсоксиметрия и насыщение крови кислородом или сатурация. Таким образом, врачи определяют, насколько хорошо органы питаются кровью, кислородом. В новинку смокилайзер. Заядлые курильщики могут определить состояние своих легких. По табличке можно будет определить, насколько сильно загрязнены легкие. Здесь no smoking не курит по вот этим показателям. Здесь легкий курильщик, здесь уже достаточно высокая зона риска. Это тогда, когда уже у пациента есть высокий риск заболеть раком легких, инсульта, инфаркта. Принимали пациентов терапевты, неврологи, медицинский психолог. Иван Мозговой наведался к педиатру. Чтобы иметь свежий взгляд на новости, наша съемочная группа сегодня посетила кабинет офтальмолога. На кардиовизоре полная картина сердца за 30 секунд. Затем можно сделать ЭКГ. Здесь же показания прибора расшифрует функционалист. И сразу на прием к кардиологу. Все оперативно. Проходит очень организованно. В общем-то и запись, и регистрация, и специалисты всюду. Сейчас с утра каждый торопится обойти это все. Сейчас вот был у Лора, там очень квалифицированный специалист. Спасибо. Я была сейчас у доктора УЗИ щитовидной железы. Это само обаяние. Умница, все рассказала, все до капелечки посоветовала и пообщалась. Сама улыбка, вообще в восторге. УЗИ щитовидной железы делать дорого. День здоровья – эта услуга абсолютно бесплатна. Рядом принимает эндокринолог. Медицинский персонал приветливый и улыбчивый. Медицина идет к людям. Соответственно, мы устраиваем этот праздник для людей, чтобы люди могли прийти, провериться, узнать о своих проблемах, о здоровье, ну и, соответственно, сдать какие-то анализы, принять меры. Явка людей очень высокая. В холле показывали фильмы на медицинские темы, в том числе о вреде курения и алкоголизма, золотые правила долголетия, профилактика рака, воспитание детей в красочных информационных буклетах. Выбор врачей был определен потребностью местного населения. Все специалисты, как вы видите, они востребованы. Люди довольны, не надо ехать в город, не надо записываться и ждать. Большая выявляемость у нас идет таких распространенных заболеваний, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, различные образования щитовидной железы, увеличение щитовидной железы. День здоровья посетили более 400 жителей Субсеха. На выходе всех, кто позаботился о своем здоровье, ожидала ярмарка «Привоз». Золотые мандарины хорошо вписали здоровый дух дня. И даже толстолобик за здоровый образ жизни.